Всем привет! Кто смотрит, кто будет смотреть, большое спасибо всем моим подписчикам. Нас уже больше 10 тысяч, как я обещал, скорым временем уже готовлюсь технически, то есть как, что мне сделать, чтобы как бы доступно разыграть экшн-камеру. Будет, значит, розыгрыш на нашем канале, это будет экшн-камера. Ну, видео не об этом, хочу показать моего напарника Сереги, трактор. Да, сегодня у нас 4 мая, понедельник, дождь идет. Вчера был, сегодня, ну, хорошо, ездил, смотрел на поле сходы, овес маленько зашел, так что все идет по плану, как говорится. 4 мая, понедельник, уже говорил. Вот, хочу показать трактор Серегин, мы его... Прошлое лето, все лето собирали, кроме двигателя. На двигателе, ну, какие-то не стали делать двигатель, не то, что не стали, не требуется ему. Поменяли насос, помпу, то есть вентилятор, радиатор. Кольца он позатом году менял на этом двигателе. Ну, и так по мелочи кое-что поменяли. Он поставил лопату, и все лето мы его готовили, чтобы он как бы... вышел в зиму на чистку снега. Вот стоит у нас здесь два цилиндра поворотный. Это я снимаю лопату, чтобы вопросов меньше было у подписчика, что все можно было рассмотреть и увидеть. Что у нас получилось? Вот мы его собирали, видели. Кто не видел, посмотрите. Видео у нас есть. Что мы делали? Ну, вкратце, конечно, расскажу. Фильтра мы на всех уже поменяли. Здесь, я сказал, все поменяли. Единственный трактор у нас остался с пускачом, который... Ну, не знаю, у Анатолия 69 видел. Посмотрим, как он с этим стартером будет. Ну, я говорил, что он ненадежный. Стоял у меня два. Я их потом переставлял на 12-вольтовые. Переставлял на 24. Целый год он у меня работал. И потом я отказался от этих стартеров. Единственное, что вот с этой вот планкой переходной под идет только такой стартер. Почему? Потому что у него вот эта шестерня такая опорная, она выходит больше, ее меняется для пускачевого маховика, венца. Ну, это будет видео, посмотрим, что там Анатолич доделает, сделает, не доделает. Как у него получится с этим стартером. Ну, вот эти болты проблемные были. Я ездил, да, заказывал. Они не проблемные, по длине их можно подобрать. Но дело в том, что здесь он идет с телом. Должен быть с телом. С потаем, так называемым, как я говорю. А основные метизовские, фигигизовские стаи. Здесь это все разбивает. У многих здесь колхозинг вот этот. Ну, постарались максимально довести этот угол до... того, как он должен быть. Этот поменяли тоже кабину, кое-что варили, крыльев пока нету, сидушка там делается, что-то у нас дедушка завис, сидушкой пропал этот. Вот так они, конечно, похабно ставить им по голове, похабно испортили дермантин. Можно было, конечно, сделать все аккуратнее, вот так он все заляпал. Ну, как говорится, руки дойдут, можно сделать. Сзади стоит у нас вот такой отвал, то есть, чтобы не тратить солярку зря, вперед и назад двигаемся. Отвал юмузовский, пригнали к нам, вот видели экскаватор ЮМЗ, на нем был плохой отвал, а мы с Серегиного ЮМЗ сняли этот отвал, поставили на тот, а его и переделали, обрезали и переделали под уголок, чтобы он у нас был на заднюю навеску. По ходовой. Ну, мост перебирали весь, и дифференциал, и чулки, все, то есть здесь поменявши, это, переделавши на видео. Не знаю, видно было, не видно. Значит, что промежутку всю перебирали мы. Сцепление не трогали, у него было нормально. Единственное, что там, помню, этот
Вот здесь вот сальники, манжеты на валу, которые уже мной гоняют. Шестеренку 500, 1000 флажок. Все сделали. По коробке он все перебирал. Дифференциал, я сказал, сделал. Тормоза все, тяги. Фу, тяги. Диски все поменяли. Все собрали как положено. Сюда поставили шестерню на поросенка, который под передние мост, то есть она не мешает. Вот здесь отливка сделана специально на этих тракторах и ставится на большинстве тракторов. Этого валика нету. Мы его поставили, собрали все как положено. Так что вот такой вот пока у нас трактор получился. Все, вопрос только в деньгах. Хотим перевести на его на стартер, но как видите, проблема в деньгах, и доделать еще не можем и крыло, и мелочевка, и задние стопаки. То есть все дело в деньгах. Пока так, до сезона основные средства идут на резерв сезона. Сетка, нитка, солярка, масло. Да, тверским, то есть могу подсказать, по 35 мне возят, то есть с бензовоза, солярку прям по литражу. Ну там единственное, что маленько по количеству, там 300-400, торжокский, кстати, они мне возят солярку. Ну вот такой вот тракторок у нас вышел. Так что пишите, кому что интересно, сниму, покажу. Ладно, подписывайтесь, всем пока.